Приветствуем вас на канале семьи Савченко. Сегодня я расскажу вам о Черной пятнице в Америке. Называется Black Friday. Черная пятница, потому что очень много людей в магазине, то есть видимо-невидимо. Начинается это все с того, что мы пишем вот такие вот желания свои, кто хочет какие подарки на Рождество. Вот каждый из детей, и я, и Лёша, мы пишем, что мы хотим на Рождество. Потом мы обмениваемся именами. Вот, например, Маргариточка вот такое вот хотела светящееся животное, которое светится на потолок, там звездочки всякие. И детки, бывают, вырезают из журналов что-то, что они хотят, и кладут вот свой конвертик. Или просто пишут в списке. Вот Аленочка, например, она мечтает о щенках. Овчарки, такие маленькие щеночки. Но мы не можем в этом году удовлетворить ее желание. Вот тапочки, конечно, можем купить, если мы их найдем на распродаже хорошей. И, конечно, вот шоколадки. И вот так вот детки все пишут. Сейчас 11 ночи. И у них везде большая распродажа, в многих магазинах, и поэтому все люди сейчас, много людей, они там покупают все для Рождества, и мама и Вика, они сейчас тоже смотрят распродажи на компьютере, потому что можно тоже на компьютере купить, и мы сейчас посмотрим. Да, на компьютере, на интернете можно было купить, и мы купили несколько подарков по очень хорошей цене. Вот, например, тапочки эти вообще стоят там за $20, а на распродаже можно купить две пары за 20. Ну что вы думаете, встали мы утром в 6 утра и решили поехать, потому что я так подумала, что можно купить подешевле, если мы поедем по магазинам. Вот такой вот снег у нас выпал и лед, но дороги чистые. Приехали мы сначала в магазин Menards. Почему мы туда приехали? Потому что хотели Маргарите купить вот такое светящееся животное. Но, к сожалению, мы опоздали. Даже вот мы приехали начало 7-го, но уже там толпы людей. Вся парковка забита, практически невозможно было найти парковку. Как люди делают, это в основном они смотрят рекламу магазина в газетах, в журналах, и уже они знают, что они хотят купить. Ну, может быть, некоторые приходят сюда и не знают, но в основном люди уже знают конкретно, что хотят они купить. Многие люди приходят сюда даже заранее, смотрят, где эта вещь стоит на полочке, чтобы ему вот забежать и схватить ее. Если этот магазин открывается в 6 утра, то люди приходят сюда и в 4 часа до открытия, чтобы успеть взять вещь, которую вот они хотят. Вот это начало 7-го, и я вам показываю конец очереди. Вот это мы идем к кассе. Вот это люди все стоят уже с покупками. Не купили мы ту вещь, которую мы хотели. И позднее я узнала, что вот эти люди, которые стояли, они стояли по 2 часа уже в кассе. То есть очень долго. Много очень людей. Поехали мы в другой магазин Kohl's. Мы Викочке там хотели купить сапоги. Неля, вот зачем ты пришла в 6 утра в магазин? I don't know. Окей, мы ищем Вике сапоги. Вика! This one. Да, хорошие сапоги. Вот. Или нет? И Викочка померила, но того размера, который лучше бы ей подошел, уже не было. Если бы мы приехали в 6 утра, может быть, конечно, что-то и было нам. Хотела я удостовериться, что я взяла свои купоны, потому что по скидке я могла купить, и я купила. Мне дали 15% скидку и еще $10. Мы покупаем подарки на Рождество.
Да, мы покупали подарки на Рождество. Я взяла с собой список того, что детки хотели себе купить. И смотрела, что можно здесь вот купить, чтобы потом меньше бегать по магазинам, потому что всего осталось 27 дней до Рождества. Тогда мы уже встали в кассу, людей здесь было намного меньше. Купили все, что мы хотели, всякие пушистые одеялки. Ну вот сегодня черная пятница, вы увидели, как много людей в очереди стоят в некоторых магазинах. А сейчас мы приехали в Walmart магазин, и здесь не так много людей, к удивлению. Но можно купить много хороших вещей. А вот нам нужно купить несколько ночнушек, вот я Вове купила носки. Так что идем пока дальше смотреть, что тут есть на большой распродаже. Да, распродажа была хорошая, много всего можно было купить. Купила я все, что хотела, ну, кроме парочки вещей. Вот, интересно, что мальчиковские дешевле, по 4,75 всего, а девочек 8,50. Interesting. А вот есть какие-то здесь, но это для малышей. Ночнушки маленькие, пижамы. Нашла я пижамы для малышей, так что все хорошо. Это наша тачка. Смотрите, сколько мы там набрали. Это подарки на Рождество. Ну, кроме бананов. Вот еще мне нужно взять один подарок, и мы пойдем домой. Сейчас еще нету 10 часов утра. Народу очень много везде. Так что вот это наши покупки все. Очень удобно, когда детки пишут все, что они хотят. Поэтому, когда я покупаю, тогда я уже знаю примерно, что покупать и где покупать. Все, мы закончили все наше путешествие по магазинам. Едем домой. Вот у нас... Я купила себе куртку, и мы купили вот такие два черных пакета с подарками. Это на Рождество. Так что не зря мы ездили по магазинам. Все, пока. Вот так вот проходит черная пятница в Америке. И люди не жалеют себя, встают рано и едут в магазины. Готовятся к Рождеству, покупают подарки своим родным, близким, друзьям. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Приходите к нам еще. До свидания.